Проехав по дорогам Тюмени, между прочим, лучшим в стране, трудно представить, что когда-то, давно, на одной из улиц в грязи утонула лошадь. Наверняка многие слышали эту историю, одну из самых знаменитых городских легенд. Правда в ней или нет, мы сейчас расскажем. Начнем с того, что даже Антон Павлович Чехов, который бывал в нашем городе проездом, высказался следующим образом. «Я не ехал, а полоскался в грязи. В провинциальной Тюмени так грязно, что на центральной площади утонула лошадь». Тюменские краеведы сообщают, что дело было не на площади, а у здания городской думы, да и не в период пребывания писателя, а намного раньше. Но лошадь действительно утонула, это правда. Подробности истории таковы. Однажды весной в тюменской несусветной грязи утонула лошадь ржевского мещанина Андрея Березнякова. Это произошло 14 апреля 1826 года, о чем даже сообщала «Сибирская торговая газета». Факт подтверждается и в письме окружного начальника тобольскому губернатору. В Тюмени ржевский мещанин Андрей Березняков, проезжая днем на запряженной в телегу лошади мимо гостиного двора, утопил онную лошадь в грязи, так что не было возможности освободить ее от всего, которое в то же время и на том же месте издохло. На месте гостиного двора сегодня располагается областной военкомат. Вероятнее всего, в этом квартале и произошло несчастье. Действительно, Тюмень настолько утопала в грязи, что тонули не только животные. Как вспоминал почетный гражданин города Станислав Иосифович Карнацевич, был случай, когда нетрезвый мужчина, ехавший на телеге, упал на Царской улице и не мог выбраться из вязкой глубокой грязи, его засосало, и он погиб. В наше время и дороги другие, и следят за ними тщательнее, да и транспорт уже иной. Главное, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.